Ограды выправляют катораком лагерный. Владимир и Сергей. А я юргу брал. Набрал ведерко. Володин мотоблок. А это здесь крещение на этом пруду. Вода чистая. Вы смолите их? Да. Смолят отработкой. Вот так. Какие облака. О-о-о. Сегодня 23 июля 2024 года. Вторник. Какая работа была. Воды совсем мало было по колено. А сейчас вот метра три, может быть, есть. Вот она какая. Там склады Игоря Барабаша. Виден батюшкин дом. Маленько пройти, там храм будет виден. Мирное время. Долго любует это. Господи, Боже наш. Научи нас ценить это. А вот тут у нас крест стоит. Где крещение. Вот какое дело. Пала ограда. Сейчас ее поднимают. В деревне хорошо, всегда есть где попотеть. Все свое. Ягоды ярга. Смородина белая и красная. Заросло. Видишь как? Проволоки-то мало, наверное, взяли. Я хотел сказать, проволоку берите. Если нечем, пока веревочкой привязывайте. Да есть, есть. У вас есть веревочки-то? У нас проволока есть. Ну смотри, а то я дам проволочку, это, веревочки. У меня полно их. Видишь, нужна сила. Милующий Господь. Старые столбы к нему привязывать. Сережа, веревочки подтягивайте его. А проволокой прикручивайте. Смотри. Водинарку даже возьми. Не надо, есть чем. Не надо. Старался. А там, видать, деревья вон. Это лагерь бывший. Теперь там музей для бедных лагерей, так называется. Показать тут все, и озеро маленько пройтись. Я ведро поставил тут полное. Ой-ой-ой. Облака не насмотришься какие. А здесь при входе крест маленько поломала ему макушку.
О, подошел к воротам. Заходить к нам можно сюда. А там храм, видать. И купол. Батюшкина работа. Андреев. Староста. Батюшкин дом. Зеленый. Вот так. Все, пока.